Ну что, друзья, всем привет. Доброе утро всем. С утра я, видите, в ангаре у дружбанов. Дружбаны у меня здесь. Блять. Да ты не матерись, ты что такое? Прям серьезный, что-то прям железяку тут. О, видите-ка. Так что, в YouTube попадешь ты? Да. Да, как подозрительный тип. Что трубки, вон, сейчас мы сделаем трубочки. Вот такую развальцовочку надо. Вот у него инструментик какой-то. Видишь, я тебя даже подсвечу. Вообще, да. Нормально? Ты бы вчера бы меня посмотрел, какой я был, блядь. Как еду, блядь. А, вон Азымка Дружбанова мне. Приподними. Нафиг нет ваша работа, я вас поснимать пришел. Человек под низом лежит, замерз уже, наверное. А, братан там лежит. Давай, братан, подними чуть-чуть. Да не, давай я поснимаю сначала, тут парням там интересно, что вы тут фигней занимаетесь. Вишки какие-то с трактора ставят на машину. Переделка. Ага. Что вам, поднять надо? Да. Сейчас это. Ваня Левова, здорово. Здорово. Ой, да дядя Олег. Дядя Вьюту? Да ну ты нахуй, блядь. Все матерятся. Трактористы не так не матерятся, как шофера, блин, а. Вот блин, а. Сейчас ем. Так. Че? Кто козел? Кого послал? Тебя послали! Матершинники, блин, а. Все, много поднял? Много? А? Много, опустить? Дай монтаж тоже. Короткий. Я здесь попробую. 245-й. Стоял-то вон он, коленвал разлетелся. Стоял вот этот, вот они перебрали. Где он? Короче, вот он, видите, коленвал. Дрыск. Еще где-то. А где еще от него фигня? А, вот еще фигня. От коленвала. Такая. Короче, в трех местах коленвал. Дрысь. Разлетелся. Сейчас перебрали, сейчас вот этот постоят. Вот он. Кранчик-погрузчик. Вот. Ну что, там подходит, посветить тебе? Все, видать. Дружбан. Одна Зымка у меня спец по движкам. Что там, все подходит? А, нет, не подходит. А что? Да хуя подняли, да? А? Нет, не. Давай я отпустить могу, надо. Не надо пускать. Ну что, Олежка, только запчасти, да, требуют? Да не говори, нахуй. Да. Только запчасти давай. Тут что, движок? А что, он, видишь, пополам треснул. Так я уж поснимал, ну, капец. Чё у него? Голодание было масляное, не? Нет. Не, нормально? Оборот. Ну, на малых оборотах же обычно ломает. Ну, вот такое вот. Вот тут можно попасть, слышишь? Куда ты был? Подвинь туда. Чё там? А там чё парни делать? Каждый свое. Разбирает тоже? Ну, да, пойдем до парней еще поснимаем. Можно? Я ж потом с тебя плату буду брать за это. Ну, блин. Не, ну мне же надо, чтобы дружбаны-то все попали-то в кадр. А, чтоб все попали, да? Но я же всех засвечу тут. Вот-вот засветишь нахуй. Нет, так все равно отсюда скоро съедешь. Что тебе? Или что, нет? Еще продлили аренду? А. Так, ну пойдем, Олежка, расскажешь. Про свое предприятие. Это
Это, кстати, вот директор вот этого всего предприятия. Такой парень. Я вообще клевый такой парень. Вот парни еще. Здорово. А, парни, о, колесо не потеряли. Да там, по-моему, вообще всем хана уже. Ты че? Да ума доведете, да че? Вот с подозрительных людей снимаю. Смотри. Че, вы его забираете, да? Доделаем. Давайте. Машина-то ходовая была. Нормально? А? Нормально машина? Вон. Ну я не знаю, я-то тут не это самое. Я помог. Помог парней. Разве это самое? Так, снимать. Ну ладно, давайте не буду отвлекать. Парни, не отвлекать, работают. Так. Мой тракторок. Че? Освободить? А? Тоненькое что-то надо. Тоненькое, а что тоненькое? Ломик. Подам сейчас, ломик дам, ломик есть. Надо ломик? Нет. Ну ладно, парни, мы будем работать. А не отвлекайтесь, а то я их отвлекаю. Не только. Мне еще на работу лететь. Ладно, давайте вот такой видос сегодня. Вышел. Давай.